Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Ивана. Я на прошлый коллекционер не успел к нему зайти, мы не могли списаться. Попробуем это сделать немножко попозже, и в итоге, точнее попробовали, и в итоге я попал. Находится он в гильдии «Свирепые хомячки». Кидайте заявочки, вступайте. Первое место битвы гильдии «Атака фортов». WhatsApp на экране. Улучшаем часовых замка. В день 100 плюс 100 кристаллов, скорее всего. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. OneRoss 01. Вот так вот называется его аккаунт. 7391. Так, смотрим. Фобос, Космо, Трифит, Оккультист, Землеройка, Свален. Все, короче, как обычно. Аккаунт, судя по всему, не донат, не донатный. Немножко доната есть. Один пак. Один пак донатов у него есть. Так, окей. Смотрим, что у него делается на аккаунте. И бежим ролить нашего коллекционера. Такс. Довольно-таки неплохо. Нормально, как у меня на сардельке. Девяточка, отлично. Так. 8-5. Ну... Исцеление бессмысленно и ставить, разве что утекаху, и то я показывал такую сборку, нормальная, ну бестерпимо. Так, тут талантик нужен, тут хорошо, отлично, отлично, нормально. Я вам скажу так, для игры все, что надо, в принципе, у него уже есть. Даже третий ESO есть на Бугимене. Так, Battle Pass, судя по всему, брал. Покупал. Да, не хватает ремок на некоторых героях. Что? Да ладно, я надеюсь, он таким родился. Потому что это реально жесть. Пятая ремка на... Это просто аут. Короче, с талантами тут надо поиграться. Коробки есть, можно будет поиграться потом. Окей. С этим разобрались. Поехали. Поехали. Вот такой вот коллекционер. Кто не видел, покажу еще раз. Довольно-таки неплохие плюхи. За Фобоса вообще отлично дают. Так, окей, отлично. Поехали. Поехали. Это просто... Короче, вы поняли, ребята. Просто отлично. Какая там у нас первая, вторая, третья тычка, и сразу же мы получаем топовые плюхи последнего героя, как он и хотел. Просто ставите лайк и приятного просмотра, смотрим дальше, что у нас упадет. Бог Рома, это нормально. Просто кайф. Хранитель. Так, места на складе у нас нет. Влад Дракула. Обалдеть. Ну а дальше что? А что дальше? Стрелок. И все? 12к улетело. Имка. Влад Дракула. Опять стрелок. Что-то пошло не так. Кто-то, ребятушки, пристречный... Космо! Есть! Обалдеть! Обалденно! Просто, просто шикарно! Ребятушки, шикарно! Фобос и Космо у нас уже есть. Плюс 2 имба-героя. В общем, вы знаете, кому обращаться по поводу роллинга. iOS-сервер, Android-сервер, любая платформа. В общем, кидайте заявки, и у вас будут... Топовые герои. Ну, бывает иногда админ панелька ломается, но 99,9, как видите, у меня все роллинги, я выкидываю все роллинги, которые записываю. У меня ту-ту, неудачных роллингов нет. Окей, поехали дальше. Поехали дальше. Поехали. Медузка. Капитан Рогатка. Так, я не помню, есть у него там рогатка или нету.
Есть, рогатка есть. Ну, блин, тут два этих героя и уже, блин, вполне хватает. Это просто вот все мечтают, вот реально. Хочешь ходить топово на архидемона, тебе нужен космо. Космо там тащит на сегодня. Хочешь топово... Ну, нафига нам два Фрэнка? Ну, паладин, ладно, согласен. Нафига два Фрэнка? Седнушка, Нархи, Космо. Хочешь плюшки? Фобос. Фоба вообще просто офигенный герой в PvP-локациях. Просто кайфовый, если, конечно, его прокачать. Ну, в принципе, любого героя, если прокачать, он будет кайфовый. Но я, например, для себя в древних заметил, что просто кайф. Седна. Сноу Суккуб. Второй Фобос, ребята, второй, просто два Фобоса уже выпало, блин, за 30к, блин, бывают людям ролишь, и там нифига не падает, а тут, блин, 190к поролил, не упал, но там, конечно, тоже просто эпичный роллинг, здесь просто кайф, ведьма, Прея, Дракас, Командора, нифига себе, давай жги рандомчик. Так, смотрим. Фобос есть. Космо есть. Блин, оккультист, землеройка свален. Это все, что нам осталось выбить. Поехали. Оккультист, приди. Землеройка, приди. Свален, приди. Атлантикор, изди. Дед Мороз. Атлантикор типа напомнил о себе. Жестко. Вот это жестко, ребятушки. Я люблю тратить вот так вот. Ворожей. 450. Профессор Риби. 350. 400. 400. 400. Ну где же ты? Где же ты, имбушка? Ну, что я могу сказать? Это просто паладин. Это просто имба. Без паладина никуда. Так, а теперь за 10 тычек мы ничего не выбиваем. Влад Дракула. Укротитель. Раз, два. Так, окей. Давайте сбегаем в рейды. Убьем всех наших героев. Это не точно. Надо еще найти, на кого напасть. Так, отлично. Минус один. Рейка минус два. Лазуля, умирай. Не хочет умирать. Минус, ай-яй-яй, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6. Отлично. Такс, поехали дальше. Поехали дальше, детка. Сноу. Трифит, а почему бы и нет? Тоже недостающий вроде. Трифит, 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 ведьма, рыцарь. Ну давай, рандомчик, сейчас мы тебя жахнем. Ну, 450 последних не получилось. Итак, сейчас гляну трифида сразу. Отлично. Ну, я считаю, более чем отлично. То, что хотел, то и получил. Конечно, оккультиста бы еще сюда. Космо, блин, космо. Космо-осмо. Рогатка нам не нужна. Фобос и Трифит. Три героя. Ну, тут один космо, мне кажется, наверное, стоит этих 77к для бездоната. Я бы и столько отдал бы, наверное, если бы у меня был космо. Потому что без него реально вот, его собрать на хорошую прокачку будет вообще кайф. Такс. Окей, смотрим. Что тут у нас? Что тут у нас? Ожог. Вот такое. Давайте попробуем. Замедление. Ну. Баст. 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 Блин, да я даже не знаю. Не буду я ему ролить таланты. Он сам себе уже выставит. Не просил он ролить таланты. Я и не буду их ролить. Я просто сюда поставлю баст. Да и все. И нажму еще один раз. На бог войны. Так, окей, забираем плюшки. Откроем сейчас плюшечки.
Не собрали коллекционера? Да ну нафиг. Это просто пипец, ребят. 70. Сколько там? 77к, и мы не собрали коллекционера. Ну как это назвать? Вот скажите, что это нормально, IGG. Офигеть. Ну, это такое. Зато он получил то, что он хотел. Такс. Поехали, пооткрываем эмблемки. Боже, что он за сундук печати часового? Ничего себе. Ничего себе. Ну давай. СО, блин. Отлично. Даже если мы там не собрали, мы отсюда бравлера вытащили. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Кидайте заявочки. Короче, все дела. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.